И снова удар по моему карману. От этих таскенов хлопот больше всего. Похоже, что этот парень новенький. Интересно, что он сделал, чтобы попасть сюда? Помню, как после потери памяти 5 лет выживал в лесах Кошиика, пока не встретил подчиненных Джабы. Вся команда напилась после удачного рейда, и в итоге пилот не справился с управлением. Выжили, хоть кораблю изрядно досталось. Выторговать билет на Татуин в обмен на ремонт корабля было хорошей идеей. Спасибо Ване Клонов за огромное количество запчастей. Не знаю, что видел во мне Джаба, но он сделал предложение, от которого я не отказался. Что они так активно обсуждают? Не часто можно услышать разговор этих двоих на повышенных тонах. Становится интересно. Эй! Что здесь произошло? Какой-то неизвестный вчера ночью убил 10 подчиненных Хата, отмечавших его день рождения. Никаких следов убийцы при этом не оставил. Ха. Действительно интересно. Убийство 10 подчиненных самого влиятельного существа на планете. Это определенно не за жажду наживы. А тогда какой мотив? Заказ? Эй, мудила! Можно уточнить, где ты был вчера ночью? Ты один из немногих бандитов, не хотевших праздновать день рождения нашего босса. Думаешь, у меня не было дел важнее, чем нажраться всю ночь? Ух, как заговорил! А что же ты вчера смиренно терпел мои наказания? А что это ты так завелся? Неужели на правду обиделся? Знаешь, что-что, а вот клевету я терпеть не намерен. Репутация, как ты понимаешь, важна для нас всех. А теперь я задам тебе такой же вопрос. Почему ты не среди тех, кто так хорошо отметил этот замечательный праздник? Думаю, такого рода они бы с радостью приняли свою компанию. А ты дерзкий, однако. Вот только все присутствующие здесь подтвердят тот факт, что я находился во дворце. Мне здесь всегда рады. А вот ты — единственный, кого не было ни в одном из мест, где происходили празднования. Меня обвинили в измене. Сам знаешь, молчать тряпочку не лучшая идея. В таком случае, я найду настоящего убийцу до конца дня. Эй, пошли нахер отсюда! Неужели на этой планете все стали жить настолько бедно, что мой крайне дешевый спидер кому-то приглянулся? Похоже, что большинство предметов забрали в качестве улик. Отлично. О, а наш убийца знаком с тем, как скрыть свою личность. Что ж, больше ничего здесь я не найду. Может быть, я смогу разглядеть его до входа в контину? Вряд ли он в таком виде ходил по улице. До сих пор не ясен мотив. Заказ какого-то синдиката? Тогда в наших рядах завелась крыса. Ведь время и место для нападения выбрано просто отлично. Осталось лишь осмотреть ход во дворец за несколько часов до убийства. Определенно найдется кто-то очень подозрительный. Или хотя бы тот, кто сбежал в нужный момент. Сигнал исходит из дворца. Черт! А ведь кто-то их подослал. Оставлять трупы здесь нельзя. Штурмовики Империи как-никак. Спидеры не должны поместиться. Что ж, придется сказать их заказчику, что работу они выполняют хреново. Разве мог обычный охотник за головами справиться с наемными штурмовиками? Не правда ли?
ведь они в какой-то степени подготовлены лучше обычных. Разве я не прав, джедай? Квинлан, босс, какая неожиданность. Ты меня знаешь? Мы с тобой уже встречались раньше. Честно говоря, я удивлен тому факту, что ты до сих пор жив. Итак, пришло время покончить с работой. Что ты про меня знаешь? Отвечай! Чего? Ты удивил меня, однако. Неужели у тебя амнезия? Кто я? На мне такие трюки не прокатят. Можешь не пытаться. Я знаю про психометрию. К тому же, вся моя одежда меняется каждую новую миссию. Кто я? Думаешь, что сможешь запугать меня? В случае чего мне все равно возместят ущерб. Все равно я найду через нее твоих подельников. Уверен, что ты в этой одежде не 5 минут. Черт! Странно. Психометрия зацепилась только за эти 2 объекта. Но их будет достаточно. И да, этот спидер. Я видел его сегодня утром. Нет. Как я мог так облажаться? Я повторю еще раз. Что ты знаешь обо мне? Ладно. Мы с тобой пересекались всего лишь раз. У меня была миссия. Меня нанял Зирахат. В это время Орден Джедаев отправил тебя и Кеноби для того, чтобы поймать его. В итоге миссия считается провальной для обеих сторон. От Ордена осталось еще что-нибудь, что можно было бы посмотреть через психометрию? Вряд ли. Имперцы уничтожили все, что связано с Республикой и Советом Джедаев в частности. Если и остались выжившие джедаи, то вряд ли удастся их найти. К тому же, на Коруссант тебя не удастся прилететь из-за жесточайшего контроля этой планеты. Уверен, что если ты даже просто попытаешься туда попасть, то Империя узнает тебя, поскольку они осведомлены о том, кто ты такой. Причем ты вроде как можешь считаться пропавшим без вести. Поэтому смею предположить, что ты все еще находишься в розыске. Мой совет. Оставайся здесь и забудь про Орден Джедаев. И всю эту... Тебе и без того крупно повезло. Можно сказать, ты первый джедай, выживший после приказа 66, которого я встречал. Я думал, допросить тебя будет сложнее. Благодарю за информацию. Похоже на пропуск. Подпольщики такими пользуются. Тебе просто повезло. Будь я на пару лет моложе, я бы тебе ни слова не сказал. Тем не менее, я занимаюсь тем, что мне нравится. И получаю удовольствие, несмотря на свое нынешнее состояние. Счастливо оставаться. О, Телхар! Похоже, мои опасения насчет тебя подтвердились. Пу, хорошо, что я не забыл закрыть багажник. Не хочешь мне объяснить, что у тебя на спидере делает мертвый штурмовик с простреленной грудью? Я же могу в любой момент сообщить Империи об этом. Хорошо, что он не видит разницы между бластером и световым мечом. Неужели тебе так нравится копаться в чужих вещах? Лучше бы занялся делом. Честно говоря, я удивлен тому факту, что ты до сих пор не отличаешь наемных штурмовиков от обычных. Так вот, познакомься с одним из них. Его нанял охотник за головами, Кэт Бэйн, который в свою очередь учинил резню в контине. Если вдруг сомневаетесь в моих словах, можете заглянуть во дворец. Там лежит Бэйн, с которым я поговорил по душам. Неплохо я выкрутился. Осталось только поскорее избавиться от трупов. Не обращайте внимания. Все это я делал ради поиска убийцы и уже довольно близок к истине. До конца дня я найду того, кто стоит за всем этим.
и... Понял. Где сейчас босс? Ты еще кто такой? Впервые тебя здесь вижу. Я по приглашению. Я требую аудиенцию. Босс уехал несколько минут назад для того, чтобы устранить кое-кого. Подожди немного. Думаю, он быстро справится, если учитывать то, как он хорошо там делит. Твою ж мать! Нет, нашел в храме джедаев. Я доведу вас обратно до дворца. Пусть эта сука и выиграла время, но от меня и далеко не уйти. Проверю тот бар. Вот он, этот спидер стоял вчера утром у дворца. Неплохо, неплохо, Телхар. Пожалуй, ты единственный здравомыслящий человек из всех подчиненных Хатта. Чтобы ты понимал, никто не подбирался ко мне так близко, как ты. Меня зовут Мору. И именно я тот, кто устроил покушение на Джабу Хатта. Это, я смотрю, тот еще авантюрист. Объявил войну одному из самых влиятельных бандитов галактики. Видимо, ты не слышал про казнь в зубах Ранкора. Мне все равно, честно говоря. Все, что делаю я и мои подчиненные, отчаянные попытки что-то изменить. Если ты заметил, большинство из моих сообщников — бедные люди. Мы общими усилиями собрали кредиты на услуги Кеда Бэйна. И то он согласился помочь нам только при условии, что сам он Джаббу убивать не станет, поскольку в случае провала это нанесет колоссальный ущерб его репутации. Понимаешь, нам просто больно смотреть на то, что происходит с нашей планетой. Кругом лишь убийства. Преступность, грязь. Согласно статистике, наша планета за последний год была признана самой опасной и бедной во всей галактике. Убийств у нас насчитали больше, чем на некоторых планетах времен войн клонов. Хаджа только и делает, что грабит и запугивает население. Лично у меня насильно забрали участок и конфисковали все имущество. Мне больше ничего не оставалось, кроме как пойти и попробовать оказать сопротивление его режиму. Как-никак я родился и вырос на этой планете. Я люблю ее и желаю ей лучшего. Поэтому я готов пойти на все ради процветания Татуина. Ну а какой был смысл убивать бандитов Джабы? Ты хотел его выманить? Именно. Таким образом я хотел попытаться объявить начало войны. Так вот, Тел, наверное, ты уже задался вопросом, почему я не попробовал привлечь Империю, раз увидел у тебя запрещенное оружие. Да все просто. Я вижу, что ты очень умен. Такому, как ты, не место среди бесчестных бандитов, убивающих людей по поводу и без. Ты выше этого. К тому же Джаба рано или поздно предаст тебя. Такова его сущность. Ничего личного. Зиг Штарбан. Честно, Мару первый человек, которого мне жаль. Будь у меня выбор, я бы оставил его в живых. Его цель достойна уважения, но, к сожалению, мы находились по разные стороны баррикад. Ладно, хватит лирики. Задача выполнена, я вернул себе доброе имя. Осталось только переварить то, что я узнал от Бэйна, а потом решить, что делать дальше. Feeling low, feeling blue, all the troubles come my way, but I just won't worry,
I'll be lucky someday. My money's gone, ain't got no friends, more debts than I can pay. I'll be lucky someday. Maybe I'll get lucky someday.